Вот эти вот две плоскости, мы в них работаем. И, соответственно, у нас одно положение, когда рука здесь, второе здесь. У другой руки то же самое, одно положение здесь, второе будет здесь. И нужно научиться быть ориентированным как в одну сторону вращения, так и в другую, чтобы ты мог и вперед, и назад. Потому что у нас две восьмерки, и будем с той восьмеркой сегодня работать. Есть. То же самое другая рука, левая. Мы сюда завели, сделали движение. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. В одну сторону, в другую. Теперь упражнение сначала разделим на фазы, потом их соединим в динамике. Правая рука за верхнюю треть. Движение в сторону мизинца, то есть против часовой стрелки. Раз. Затем у меня идет прямая восьмерка. И здесь движение уже на указательный палец по часовой стрелке. Раз. И дальше у меня идет продолжение прямой восьмерки. Да, я сюда выхожу. Здесь против часовой стрелки. Прямая восьмерка. Здесь по часовой стрелке. Прямая восьмерка. Да, смотри, твоя задача поймать динамику, чтобы у тебя движение одно переходило в другое. Я крутанул здесь, крутанул здесь, крутанул здесь, крутанул здесь. Раз, два, раз, два, раз. Теперь то же самое делаем другой рукой, соответственно. У нас получается по часовой стрелке, здесь против часовой стрелки. Тоже вперед, да? Тоже вперед, да, начинаем с прямой восьмерки. Теперь мы переходим на обратную восьмерку.